Всем привет! Давайте мы посмотрим сегодня с утра. Всем доброе утро! Как у вас настроение? Что было, что будет? Что вам звезды сегодня расскажут? Давайте быстренько посмотрим. Итак, что было у вас, девочки? Вы снежная королева. Смотрите. Снежная королева, которая, вы знаете, вы как бы охладили к своему любимому и стали снежной королевой. Стали снежной королевой. Потому что он вас сделал таким. Вот. Вот что у вас было. Вот на душе у вас холод. Высшие силы, покажите нам, что было, что сейчас и что будет у моей красивой девочки. Что было? Что еще было? Давайте посмотрим. Правосудие, девочки. Высшие силы вас оберегают и сказали, что по правосудию все решится в лучшую сторону, потому что вас оберегают высшие силы. Так. Что у вас сейчас в данный момент? Вы хотите, чтобы у вас была любовь, и чтобы мужчина, который вас любил и любит, заботился о вас. Это ваши импульсы. Что будет? Высшие силы, покажите, что будет у моих девочек или у мальчиков, кто загадал. Что будет? Ну, пока облака перед вами, и вы в раздумье. Тучи застилают, и вы идете в неизвестность. Идете, не знаете куда, но идете. Пока перед вами такое состояние души, что вы не знаете, куда вам двигаться. Но облака как приходят, так они и уходят, девочки. Что еще будет у вас? Давайте посмотрим. Молодой человек или молодая девушка, с которым вы в разлуке, попросит у вас прощения. И все будет хорошо. Попросит прощения. Сейчас вы несете ношу. И вам очень, так скажем, тяжко на душе, да? Вот. Что будет? Вот так вы будете благодарить и просить небеса, и вам пришлет благодарность. Высшие силы увидят вас. И дадут вам благодарность с небес, подарки. Вы думаете о том, что у вас разница с вашим любимым. Вот. А ваш любимый сидит в болоте. Он никак не может оттуда выйти. Вот. Ну, разница в любви не имеет значения. Какого возраста. Если человек любит, он никогда не смотрит на возраст. Поэтому ваш молодой человек сидит сейчас в болоте. Вот. Ваш род вам помогает. Они вас оберегают. Ваш род вас оберегает. Высшие силы и те, кто на небесах, ваши родственники, которых забрали небеса, они видят вас и вам помогают. Ну, у вас сейчас идет лень, хандра, осенняя хандра. Осенняя хандра, она пройдет. Это потому, что осень. Вам дают сейчас знания, энергии, вы набираете знаний. Вот, вы набираете знания так, что вы можете уже сами кого-то давать подсказки, обучать. Потому что вы умная женщина. Скоро у вас будет передвижение. Куда-то вы пойдете, поедете. Надо уже выходить, девочки, из лени-то. Хватит уже лентявиться. Хватит уже лентявиться, да? Вот. Ну и что у вас еще будет? Получите известие.
хорошее, и будет счастье у вас. Всего вам доброго!